Ну, Путин, что... он все-таки антикоммунист, тем не менее. Путин встречался с лидером Компартии и говорит, у меня партбилет есть, я вот покруче тебя был, а другие коммунисты. А что к Путину такие вот претензии? А где эти вот люди, которые проголосовали против диктатуры пролетариата, против главного марксизма, за развитой социализм? И мы будем претензии предъявлять именно к Путину, а к другим не будем предъявлять. Ну, это обычный человек, он закончил юридический факультет нашего университета, совершенно однозначно настроенный в пользу России. Российский патриот. Какой? Ну, вам скажут не в пользу России, а в пользу российского капитала. А сейчас другого не может быть.